Из метро вышли. Идем до ЖК Лампо. Сколько времени засекать? Сколько будем идти до ЖК? 16 минут, да. О, удобно. 16 часов время. Да, 16 минут, так сказать. Угу. Тут уже вот люди идут с метро. Видите, какая толпа? Ну, пока еще не толпа. Так еще рабочий день не закончился, а потом уже будет толпа. Смотря бы, какие работы. Они уже начинают с обеда сваливаться. Проспект Авиаторов Балтики. Ну, судя по карте, то, что я на 2GIS смотрю, у тебя как будто ближе к метро. Сейчас посмотрим. Все застроено человейниками. Дима, есть что сказать? Что? Есть что сказать? Комментарий по поводу этого района. Ну, очень много домов застроено. Людей тоже, еще рабочий день, но людей много. И мы еще посмотрим от метро, за сколько мы дойдем. Было 16.01. Здесь тоже все застроено. И людей больше, но и всяких магазинчиков тоже побольше. Магазины все вторые. Да, все первые. Мы сейчас до конца, да? До поворота. Угу. Ну, да, нет, скажи. Если идешь, идешь, а это Екатерининский. А нет, мы здесь не пройдем. Здесь не пройдем? Пошли там. Пошли по уже по той дороге, по которой ходили. Ну ты вообще, ты понимаешь, что ты идешь квартиру принимать? Да ладно, да понимаю. Да я вообще-то столько ждал, столько. Переживал? Конечно, зависал. Вот оно, офис продаж совсем рядом, да? У тебя уже как-то больше цивилизации, но тоже, когда вот одно на другое напихано, тоже вид такой так себе, когда один магазин на другом. Но в целом нормально. Все, они будут бухать, да? Там видели близко, а тут еще ближе. Вот это дома нет, но там показано год прошел. Вот нарисовался огромный дом. Дима не помнит его. Не знаю, так это наискось специально. И я не пойму, у них балконы есть, сейчас посмотрим с той стороны. Что это за ЖК, интересно, офигеть, сколько квартир. Балконов нет. Вот мы и подошли, собственно. Вот. Поднебесный град. Сдан Лампо. Дима идет получать ключики. Предлагали вот здесь сначала, в этом, а мне что-то пустырь вот этот не понравился. Потому что этот пустырь, я говорю, что-нибудь построить. А, да тут места немного. Какой-нибудь, и поэтому... Да я не думаю, тут места не особо. Да, ну вот, стройка мешает, так бы можно вот так углом. Ну потом достроится и будешь там проходить. Да, куда-нибудь может быть. Наверное. А где она ждать нас будет? Мы должны сами туда прийти. Зайти в дом? Да. То адрес непонятный. Да, но мы иногда останавливались. Поэтому 20 минут где-то. Ну, побольше, 25, наверное, да? 20-25, смотря как идти будете.
доставку хинкали будете заказывать. У вас тут Пятерочка будет. Пхали хинкали доставочка. Неплохо, неплохо. Пробрались на территорию. Парковка рядом с домом. Так она сейчас будет с ними ходить еще час? Да, Дим? Она будет сейчас с ними час ходить? Ну, да, наверное. Так может мы без нее пока посмотрим? Зачем нам она? Отключи. Ну, на этаже походим. Дом сдан, но работы продолжают вестись. Пойдем, Дима, заходим внутрь. Почтовые ящики. Где отопление? Я еще так подумал. Тепло. Отопление включено. Это же как бы присылка. Они работают? Они, наверное, не работают еще. Не работают. Они, видишь, мигают. То есть он, получается, еще просто сдают квартиры сейчас, чтобы люди успокоились, не нервничали. А по факту тут еще доделывают, работы еще идут. Пойдем на черный лифт, здесь же будет поменять. Да, видишь, материал. Да, еще все навалено. Вот, например, однокомнатная квартирка. Это, наверное, туалет здесь будет. Темная отделка, это прихожка. Коридорчик. Это кухня, а это... А, нет, кухня где здесь? Кухня вот эта. Вот это комнатка, да? Да, это комната. А вот это кухня. Слушай, нет, можно... Тут, короче, это... Что? Первый, знаешь, балкон. Тут, получается, два стыка, смотри. Тут? А, тут же еще балкончик. А, тут туалет отдельно. Вот здесь туалет. Не, мне кажется, вот это прихожая. Потому что туалет. А что, не, вот. А, все реально. А что, он при входе? Да. Что за бред? Ну, откуда я знаю? Бред какой-то. Туалет, а здесь ванна. Ну, может, не, на... это может, это для кухни идет подводка. Нет? Может, на кухню, здесь коридор. Это будет. На кухню, да, это коридор будет точно. Не может быть туалет на входе. А вот это туалет, все правильно. Ну. Туалет, ванна. Точнее, душ. А балкон закрыт, да? Для нас не существует закрытых дверей. Маленький. Балкончик маленький. А сколько он? Балкон 3-3. 3 на 3? Да. У тебя такой, да, будет? А я не знаю. У меня же другая жила. Может быть, у меня больше. Потому что здесь ширина маленькая. Но зато он есть, понимаешь? Пусть он маленький, но он есть. Ага, сейчас я вот сниму вид еще из окна. Открылось нормально окно. И на балкон дверь нормально открылась, и окно открывается нормально. А вот эта толщина стен, она нормальная считается? Ну, это перегородка межкомнатная. Да, она нормальная, между соседями больше. А, ну там раза в три, наверное, да, побольше? Ну, да. Классно, когда однушка есть. Это. Рабочие счетчики, да? Ну, это вот, вот эту поднимаю я. И вот кнопку я проверяю. Давай. Зашли перекусить. Взяли аджарики. Хачапури по-аджарски. И чаек. Липа с мятой. Все. Приятного аппетита вам. Если вы принимаете квартиру, и управляющая вам все выдаст. Счетчики опломбируют, да, если мы сейчас все снимаем. Сегодня они оплатили. Ну, лифты начнут с четверга работать. Может быть, да? Ну, обещали уже, не знаю. Просто приедешь и... Хочется верить. Поспать не хочется, конечно, что студент. Прямо, уже не делала. А что не делала?
А ключи есть, да? Там уже настройщик. Окон. Окон настраивается. Окно теперь. Настройщик короля. Тут же видите, как ключ может не подойти. Квартира может не открыться. Прошлую квартиру мы скрываем. Потому что ключи есть, они не подходят. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас получается черновая отделка с ключом. Вот вам до щитка кабель электричества до щитка. Дальше по квартире вы сами. Радиоточка стоит, пожарная на стене. Домофон вам выдадут в управляющей компании. Автоматы просто буквы автоматы до щитка, да? Да. А эти есть? Включим, да, вот так. Ну, сейчас... Пошли посмотрим, вот это гидроизоляция. Нет. Здравствуйте. Холодная есть, горячая, возможно, отключена пока в доме. Краник. Угу. Можно открыть. Вот там заглушек нет. Горячая, да? Все, на место поставили, вот закрыли. Это... Закрыли? Да, это закрыли. Блять, вот это не нравится, что за херня, блядь. Ну, это я не знаю. Вот это точно не нравится. Там же должна быть герметичная гидроизоляция. Да так пленка, замотали пленкой. А там не так было, как мы смотрели с тобой тут? Да, ну вообще так не делается. Никакой пленки здесь не должно быть. Здесь вот эта рашка, скорее всего, они ебанули, треснули, поэтому замотали. Ну а что можно сделать в этом случае? И потом, да ничего, менять. Там стяжки нету, да? Нет, нету, вы так не делаете. Но он вариант. Отлично. Это вам выдадут. Чермоголовку. Да, чермоголовка. Смотри, вот ширина, дышишь. Это ремонт-парадная, это грязь. Ничего, если принимаем, то принимаем. Если чего-то не дочет, то да нет, это завал, я хуй его знает. Похуй, не похуй, конечно. Завал вообще. Мне очень нравится этот завал. Ну, а такое все это на скорую руку. Да не, ну понятно, что да. На гарантии 3 года, да, сейчас? Было 5. ГДУ? Да. 5 на оборудование 3. Ну, сейчас. Что, сняла? Давай с этой. А? С трубой разберешься? С трубой, я не знаю. Даже на управляющей компании будет это не всякое. Если будет протекать. Может, все нормально будет. Да тут соседи, если потолок будет мокрый, будет. Штаб строительства заходим. Это с паспортом? С паспортом? Почему решаете, подписываем, не подписываем? Замечание поставлял? Сейчас.
Ага, все, мы прописали, дальше что? Оставили замечание, пока не приняли квартиру. Идем обратно. Время 18:20 и очень много народу. Мурино, одним словом. Ну что в целом, Дима, ты ожидал? Ну, это что мне... ожидал, то и получил или нет? Да, небольшие там есть погрешности, но они как бы. Они решаемые, просто как-то на принцип пошли. Ага. Что доделали они сами там. Потом посмотрим, как там, да, будут исправлять. А там подточить, там подточить, там вроде это все фигня, но. Да, но это не твоя работа. Она не моё, да. Угу. Все, посмотрим, как оно будет дальше. В целом, по пятибалльной системе, это моя любимая оценка. Ставишь какую оценку? Ну, четверку. Четверочку. Ставим ЖК Лампо четверку пока. Пока что. А там уже посмотрим, как все исправить.